Сегодня знаменательное событие в нашем парке. Мы будем открывать такую красивую библиотеку. Скажите, она вам нравится? Очень, честное слово. На полках книги от классики до образовательной литературы. Можно не только почитать, но и взять с собой на длительный срок. Заместитель председателя Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов открыл уличную библиотеку в Голицынском парке Героев Отечественной войны 1812 года. За 5 лет, которые я являюсь депутатом, вот сейчас вновь избран депутатом, я установил 8 уличных библиотек в разных городах. Они все очень разные. Там на набережной реки Нары, она вот тоже похожа на эту, только в другом цвете. Есть библиотеки более такие локальные. В парке Краснознаменской это библиотека в виде такой остановки с лавочками, и там шкафы для книг. Создаются такие библиотеки в рамках проекта инициативного бюджетирования. Шкафчики для книг, скамейки. В хорошую погоду читать можно прямо на улице. Зимой будет все нормально. Эта библиотека будет действовать круглогодично. Поэтому наши жители могут ей, еще раз повторюсь, и пользоваться, и приносить сюда книги. Она противовандальная. Но и самое главное, она будет нести радость людям. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Парламентарий привез 4 коробки книг и вручил подарки от администрации округа группе представителей клуба «Активное долголетие». Эта зона востребована уже и сейчас жителями. Я надеюсь, жители будут бережно и гости парка относиться к этой зоне. И сегодня вот уже здесь состоятся чтения. И мы будем, конечно, наполнять эту территорию мероприятиями. И, в частности, на этой локации тоже проводить интересные мероприятия для наших гостей. Буккроссинг в парках Одинцовского округа набирает обороты. «Почитал, отдай другому» – гласит лозунг всех любителей свободного чтения. В свою очередь, создатели парковой библиотеки просят бережно относиться к книгам. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».